Хотела сэкономить время, рискнув здоровьем. Женщина оказалась в больнице после наезда на нее автомобиля Kia. Инцидент произошел вечером на пересечении улиц Клары Цеткина и Урицкого. По предварительной версии, пешеход переходила дорогу в неположенном месте, что и сыграло в происшествии главную роль. Рамиль Шайдулин. Далее. Палец повредил. По рассказам автоледи, женщина, переходившая дорогу, не получила серьезных травм и даже не упала после столкновения. Судя по всему, автомобиль наехал ей на ногу. Водитель рассказала, что попросту не увидела пешехода, тем более, что для перехода дороги место здесь не положенное. Отсюда поворачивал, застойки не увидел, пешехода наехал на ногу. По предварительной версии, иномарка, выезжая с улицы Урицкого, повернула налево в направлении Клары Цеткин. Женщина переходила дорогу там, где нельзя. Впрочем, так здесь делают многие. Я здесь ходил вот так, а сейчас мне ходить надо туда. Неудобно же. Ее, получается, нарушаете, надо входить или как? Ну вот сейчас нарушаю. А какое нарушение здесь? Я не знаю, свет. Ну вот же нет зебры, ничего нет. Ну зебры нет, а... Люди жалуются на неудобства пешеходных переходов. Чтобы добраться до нужного места, говорят, нужно дожидаться разрешающего сигнала трех светофоров. И поэтому, экономя время, пешеходы сознательно нарушают правила даже ценой здоровья и угрозы жизни. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.